Привет, мои хорошие. С горем пополам я сниму вам влог. Сейчас в машине малой с Кристинкой. Просто зашла на 10 минут. На 23 февраля я ничего не собираюсь покупать в фикс-прайсе. Поэтому тут нет вариантов вам, чтобы не показать. Потому что здесь столько классных приколюх. Смотрите, листики. И вот такая штучка, которая она в кружочке. Здесь вставляется ручка. Мне кажется, это очень круто. И цвет красивый. Вот что мальчикам можно подарить. Брату я просто собираюсь... Может быть, из косметики решу, если успею что-то заказать, я вам говорила. Вот я бы хотела. Потом смотрите. А, это Кристинка показывала. Она показывала это на 14 февраля. У нее просто далеко все это было видно. Вот эта машинка. А что это? Эту фотографию сюда вставляют. Блин, красота какая-то. Она, кстати, говорила. Я плохо ее смотрела. Смотрите, какой нож. Нож-открывалка для бутылок. Мне кажется, это прикольно для пацанов. Они любят всякие эти штучки, да? Всякие брелочки здесь, вот. Ну, брелки, наверное, на 23-е это слишком маленькие, да, такой какой-то. Такие сувенирки. Прикольно. Дальше, стопки. Во, стопки нужны пацанам всегда, кстати. Во, у меня нет стопок, но мы и не пьем ничего из стопок. Смотрите, они с какими-то штуками. Вообще классно. Вот это можно кому-нибудь подарить. Да. Там, не знаю, может быть, знакомым, не обязательно там кому-то. Ну, тем же родственникам. Кружки, в общем-то, вот такие вот с какими-то колесами. Это то, что новая коллекция. Я, короче, модная. Я, если не покупаю себе, но я по-любому вам расскажу. Вот такая красота. Сейчас вам все, весь стенд, который новой коллекции, все вам расскажу. Дальше, для пацанов. В общем, такие рамки. Во. Это рамки. Для мужчины. Фоторамка 17×22. Антистрессы вот такие, мячи всякие. Вот такой мяч, вот такой мяч, вот такой мяч. Ну, мне кажется, что это прикольно. О, для футболистов вообще. Короче, для каждого можно найти. Дальше, девчонки, вот такие здесь коробочки. То есть упаковать в такую коробочку очень круто. Я вижу, что здесь два вида. Вот такая коробка и вот такая. С самолетиками. Короче, ВДВ, да, и обычные пацаны. Потом вот такие, это кошельки похожи. Мужская сумка. О, интересно. Два вот таких цвета. Ну, знаете, на лето, мне кажется, вот можно было бы взять. Вот такие копилочки, машинки разных цветов. Я уже решила так показать вам, да, зелененькие вот. Вот такие вот штуки. Это тоже для того, чтобы качать бицуху. Черные, синие. Вот это блокнотик висит. Блокнот милитари. Там такие бежевенькие эти. О, листики. Смотрите, фляжка. Ха-ха. Тема. Блин. Фляга прикольная. Смотрите, она расстегивается, застегивается. Там серебристая. Ой, вот это будет очень приятно мальчикам, мне кажется. Даже просто, чтобы стояла на полке. Еще мне тема понравилась. Вот такие визитницы, смотрите. Для карточек. Ну, визитницы или карточки. Мне кажется, тоже очень классная штучка для вот мальчиков, да? Она небольшая, и в маленькую сумочку, которую любят пацаны, можно положить. И, кстати, здесь какая-то рельефная штучка, можно в машине ложить, чтобы она не спадала. Короче, тоже идея. О, девочки, для нас щеточка для чистки кистей. Интересно очень. Или и дырочка еще какая-то. Я никогда такой щеткой не чистила. Но пока не буду брать. Что-то они у меня особо не грязнятся, я все руками... Ой, смотрите, какая масочка. Тоже такого не было. Так, все, мальчики, ваша тема закончилась. Настало наше время. 8 марта готовимся. Слушай, какая прелесть. А, ну ее мыть потом надо. Ну, у меня все масочки, которые я так делаю, в принципе. Но вообще прикольная тема. Я бы себе приобрела. Ой, ресницы. У меня, кстати, есть фикс-прайс ресницы. Я еще их не опробовала. Они на самоклеечке там. Ой, кошельки. Пацаны, все, ваше время закончилось. Если вдруг кто смотрит. Разных цветов, кстати, кошельки. Что у нас из косметики тут появилось? Ничего, лаки, блески. Все то же самое. Это шоу какой-то. Это еще с Нового года. Нет, это не к 23 февраля, не вздумайте. Петушков дарить. Вот этого я еще не видела. Блин, не обращайте внимания, что они на красные. Просто я реально выбежала из машины и спонтанно влог снимаю. Шкатулка, книга. На полочку раз так поставили. Ну, какая она красивая сбоку с рельефа. А там, оказывается, не просто
Книга. Там, оказывается, может, деньги хранит. Прикольно. Ой, да что ж такая красота-то, Фикс. Ну что ж ты делаешь с нами, Фикс? Смотрите, для девочек новый конструктор появился. Так, здесь немного деталей, и можно вот собирать вот вертолетики. Ой, для мальчиков, это я не знаю, только какой это возраст. 17 деталей здесь всего, и можно, пожалуйста, собирай и играй. В наборе отвертка есть, составные элементы, наклейки. Представляете, детский конструктор. Знаете, что не написано здесь? С какого? А, для детей старше 5 лет. Так что вот, 5-летки у кого и старше. Прикольная, мне кажется, штучка. А, здесь даже еще вот такой есть, здесь два вида. Тихо, тихо, машинки падают. Реально это подстава какая-то. Вот так вот все стояло, как вот эта машинка. Я не буду ничего поправлять. Короче, вот такая еще есть штука. Сейчас бы вот все рассыпалось. Я была бы такая громкая, и все бы сказали, какого хрена вы снимаете у нас тут? Набор для плетения цветными резинками. Так, это все старое. Смотрим дальше. Для девочек маленьких, смотрите, какая штучка есть. Вот такую вот девушку можно сделать из цветной бумаги. То есть здесь идет черно-белая основа, видите, внизу. И она, ну, черно-белая, да, белая. Вырезаем, они плотненькие такие, мягенькие, знаете, как, я не знаю даже, что это сказать. Ну, мягкая такая штука, из нее выдавливается это все. И вот по рисунку делается вот такая красота, вот такая девушка. Тема для девчонок вообще. Ну, это вот уже, которые девчонки могут там пальчиками что-то делать. Ну да, тоже старше 5 лет. Вот еще 3 года плюс. Глядите, какой бус. Зиськами. Скоро на них будут одежду покупать. Ну, такой резиновый, плотная резина. Можно даже грызть. Можно своему, наверное, купить. Ля-ля, скажет он, ля-ля. Ну, здесь 3 года плюс. У меня всего лишь 4 месяца плюс. Корзинки, кстати. Вот если мальчики вдруг меня будут смотреть. Вот взяли вот такую корзиночку. Набрали девчонки букет цветов. И посадили сюда. Уже не просто букет, уже красота. Новые косметички. Кстати, Кристинка будет их разыгрывать в конкурсе. Очень красиво видеть. Видите, да, на свету. Они не просто какие-то. Кристинка взяла одну желтенькую, две бежевенькие. Кстати, я не вижу. Она, наверное, одну взяла. Последнюю бежевую. Две бежевые. Ой, вот такие еще, смотрите. С надписями. Я не видала таких раньше. Может быть, вы видели, а я нет. Вот такая еще в пакетике. Видите, с узорами черная. Вот такой вот влог у нас получается. А, вот она. Разобранная. Здесь уже кто-то что-то брал, видимо. Большая достаточно, кстати, вместительная. Вот. А вот такая, как у меня, только коричневая. Что еще? Что еще тут интересненького? Что это такое? Что это такое? Я не знаю даже. Вот такая новая штука пришла. Вот с такими можно хранить. Видите, вот эти вот все... Как это? Аппликатор называется для теней. Но у меня кисточки, я аппликаторами вообще не пользуюсь, у меня обычные кисточки, поэтому я себе брать такое не буду. А вот кто пользуется, самая тема. Настольное двустороннее зеркальце белое. Вот в коробочках оно теперь. Хотя оно вроде и было в коробочках. Ой, шапки новые пришли для душа. Цветные. Помните, в одном из блогов, кстати, был фикс прайс, и я показывала вам шапочку на себе, прям тут одевала. Вот мне еще очень понравилось, но, к сожалению, блин, я бы все такую кепку взяла, но они все здесь 52 или 51 сантиметр, они все-таки для детей, вот такие. Такие есть. Па. Я, кстати, одета, видите, в тему, у меня зеленая тема. Вот такие есть. Ладно, я вам так покажу, что я меряю все на себе. Ну, блин, заставку я сделаю вот такую. Ой, что еще упало мне для деток? Книга, пазл. Вот это прикольно. То есть здесь не один пазл, их здесь несколько. Ну такие вот, прям для маленьких. Классно. Разные есть. Кстати, их здесь немного. Ой, вот эта девочка классная для девочек какой-нибудь. Блин, а у меня моя племяшечка маленькая еще. Ей только годик с лишним. Так что... А племянник, он уже большие пазлы собирает. Ой, ну ничего, скоро моему малому с фикс прайса столько перепадет всяких приколюх.
от мамы, которая по фикс-прайсу просто ходит и ходит и бродит. Но в итоге я ничего не купила, ничего не купила, но зато вам много показала. Вы бегите, короче, пока еще здесь есть все. И все время я, кстати, забываю, знаете, что я забываю? Выхожу. Забываю... У меня, кстати, фикс-прайс на металлургической. И здесь вот еще прикольный магазин есть. Смотрите, вот здесь есть вот такие классные духи. Они очень... Ой, это даже пробники. Я сейчас это спрошу. Монтарь. Сейчас я спрошу, сколько они стоят. Надо понюхать. Я люблю их вообще. Это вот. Идет дизайн под Монтале. То идет Монтале 30 мл и Монтале 100 мл. Кто-то пользовался? Я знаю. Они классные. Какие-то они селективные, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень устойчивые. До 48 часов устойчивые. Бутылки. Ты. Всякие приколюхи. Короче, такой магазин открылся. Раньше здесь что-то было у нас с волосами связано. Да, а сейчас вот. Ой, сколько тут помад всяких матовых. Ну, короче, кто рядом живет, наверное, знает, а кто не знает, приезжайте. А кто-нибудь пробовал вот такой вот запах? Том Форд. Табака ванили. Вот если вы хотите знать, что мне нравится, вот такое. Вообще приятный. Классно. Попробуйте. Все, девочки мои крошечки, я бегу что к своему малышу. Ай, рада была для вас снять влог. Ой, какая собачка красивая. Это хаски. Она такая красотка. Так, ой, это я не к себе иду, ля, не к своей машине иду, нормально. Чуть за руль не села, слава богу, там в машине никого нету. Все, мои котики ждят меня, малыш и спит мой. Ой, ты крепко спит. Все, я с вами прощаюсь, мои хорошие. Целую. Надеюсь, вам было полезно, и вы одарите своего любимого классным приколюхами с фикс-прайса. И он будет все равно вас любить. Пока.